I think all these things that we did in the 80s and the 90s are good ways. I never. Я думаю, что то, что мы делали в 80-е и 90-е годы, это было хорошо, и мы не должны останавливаться в том, чтобы это делать. Но в последние годы мне в голову начали приходить такие мысли, что лучше заниматься евангелизацией своих друзей. То есть, если вы смогли с кем-то подружиться, то это лучший способ его достигнуть в общении с ним. Мы проводим альфа-курсы, и да, у людей там есть хорошие возможности пообщаться за столами, обсудить веру, но я думаю, что достигать своих друзей — это все-таки лучший способ евангелизировать. Вы можете для Иисуса одного человека выиграть, и вы не должны думать, что это что-то маленькое. Попытайтесь это сделать. Допустим, если у нас церковь 1000 человек, то если каждый хотя бы одного человека приведет к Господу, то уже будет 2000 человек. То, что касается людей, которые ходят по домам, да, это неплохой способ, но я не думаю, что он лучший, потому что это все-таки не личное общение. Да, я считаю, что когда мы с кем-то подружимся и будем проповедовать этому человеку, это лучший способ.